Не мне. Мне ее Клавдия из Риги привезла. Здравствуйте. Прекрасная погода, не правда ли? Чего ты веселый такой сегодня? Да так, на руководящую работу меня выдвинули. Я на картошке. Здравствуйте. Здравствуйте. Хозяин дома? На картошку уехал. Давно? Давно. А я его только что в окне видел. Да? Да. Странно. Может, мимо меня проскочил? Проходите. Ой, и вправду дома. А я на кухне зазевался, сижу. Афанась, ты давно приехал-то? Вчера. Да? Извините.